по сути событий. Давайте определимся, кто и что делает. Все хотят кушать, это понятно. Но не едой-то жив человек. А как же сущность-то? Второй раз я в «Ровеснике». И где телевидение-то? Нету денег? Ну а как же? Да очнитесь вы. Телевидение любимое. Показывает то, что вы должны смотреть. Нету остроты и не надо. Есть работа для ваших детей, а это главное. Мы действуем для вас, и я бы хотел, чтобы мой канал смотрели все. Мой сын также работает для таких же мелких перцев, и мы вам будем показывать и спорт в том числе. И ваших замечательных детишек тоже. Потому что клево, конечно, когда от бабла ломятся карманы, но не баблом единым я сыт. Я больше сыт удовольствием от жизни, кое приносит мне мой сын.